Всем привет и добро пожаловать в новый влог. Сегодня у нас будет распаковочка. И заодно я хочу вас смотивировать на что-то. Но сначала я вам покажу, где я заказывала себе вещи. За эту рекламу мне, к сожалению, никто не заплатит. Но может быть кому-то подсказка, где можно чего купить. Тем более, самое классное, что на этой странице можно уже выбирать себе вещи прям комплектом. Там есть Байшпиля. Как Байшпиля фрусыш? Элла! Элла, ну скажи ты мне хоть, как по-русски Байшпиль? Там есть примеры, но вы все равно можете выбирать эти вещи по отдельности и заказывать. Первое, то, что я заказала, это, как может быть вы уже видели, я девчонкам заказывала вот такие вот плиссированные штаны. Хоть и у них немного другой оттенок, но я не удержалась, я тоже хотела себе такие штаны. Потом я заказала вот такое вот удобное платьюшко, как худи с платьем в одном, и блузочку. Я, наверное, вам эти вещи все-таки покажу, как они выглядят на мне, но хотела еще вас кое к чему смотивировать. Наверное, у всех есть какие-то вещи, которые вы носите только в отпуске. И я просто по себе могу сказать, у меня в июне была такая фаза, так как мы все-таки последние годы несколько раз в год выбирались куда-нибудь в отпуск. Но в этом году, как и у всех, не все так получается. Поэтому как-то было такое, ну, такой период немного как грустности, или как сказать. И вот, что я хочу вам сказать. Я достала вещи, которые я ношу в основном в отпуске. И просто для себя, потому что мне это сильно хотелось. Я их начала одевать на прогулки, даже просто в магазин. Конечно, если... Ну, помощница. Конечно, взгляды потом всякие есть, но меня это вообще не интересовало. Просто хочу сказать, что вот вещи дают нам себя чувствовать по-другому. Это поднимает настроение. И... Если у вас такие есть какие-то периоды, где вам грустно или как-то, где вам надо поднять настроение, возьмите, достаньте свои самые лучшие вещи и оденьте их просто так. Я вам обещаю, у вас изменится настроение. Так. Вообще платьюшко хорошее. Ну вот у некоторых платьев, когда ходишь, они у тебя поднимаются наверх. А у этого наоборот проблема. Оно спускается вот так вот. Так что я думаю, здесь, наверное, надо такой незаметный поясок снизу одевать, чтобы все держалось на месте. Ну а так я хотела такое удобное, потому что ноги не так быстро мерзнут, а сверху иногда, когда вечерок, уже прохладно. А вот что у меня так шуршит тут. Тут киса залезла в пакет. Вот они, штаны мои. А вот, кстати, штаны девчонок. Видите, они разные оттенки, но я считаю даже прикольно, если
две дочери будут в таких, а я в таком. Контраст. Для лета вообще идеально. Не жарко, проветривает. Ну и в конце моя любимая вещь. Это вот такая вот блузка. У нее внутри как вшита маечка. А здесь вот, вот так вот она пошита. Называется Fledermaus. Она мне так понравилась вообще. И она есть в разных тонах. Есть белая, темно-синяя. В общем, на каждый вкус. На этом все. Желаю всем здоровья. Берегите себя и своих близких. До следующего раза. Пока!